Добрый вечер. Мы сегодня в гостях у нашего ветерана боевых действий Денниченко Владимира Владимировича. Пришли поздравить. У него сегодня юбилей, кстати, да. Хотим пожелать самых наилучших пожеланий. Здоровья, вот, мира, как говорится. И если есть какие-то будут советы, подадите, мы только будем рады. Вот, я хотел попросить два слова Ряба Виталий, наш начальник штаба нашей организации, открыточку стихотворения, пожелания. Уважаемый Владимир Владимирович, желаем счастья и добра, поменьше горя и печали, чтобы светлых дней была целая гора, а плохие не посещали. И в день чудесного рождения все пожелания хороши, пусть всегда останутся годы, несут вам радости и души. Спасибо. Очень приятно, а я, конечно, с вами. А я тебе кружку подарю, да? А посмотри, она уже очень. Она уже. Еще лучше получилось, да. Да, во, отлично. Но белое было, но вы разговаривали. А с обратной стороны, с обратной стороны. С обратной, что там? Да, аппарат крут. А везде ветеран был, нет? Да. Не влез. Спасибо большое. Это очень, чай будешь пить, надо. Очень приятно, да, что... Поминать надо. Что вот так мы в нашем новом районе все-таки... Ну скажи, пожалуйста. Организовались, да. Ну а что говорить, что тут особо-то ничего не скажешь, как бы служил я давно. Это уже 30 лет прошло. Одногодником. Вот. Да, то есть я в 85-м призвался, в 87-м обратно домой пришел. Да, все это было еще в другие времена наши СССРовские. И все как бы... Как семья, про семью, как семейная. Ну, семья нормальная, что все, двое взрослых, дочек, внучка. Дедушка. Дедушка такой, молодой дедушка, да. Ну, все нормально, все как бы идет своим чередом. Отлично. Вот, потихоньку. А что-то он опять потел, да? Да, остыло оно. Остыло. Ну да, остывает. Так что большое спасибо, конечно, что ладно. Навестили, да, общаться будем по-любому, тут как бы мы да, рядом соседи. Рядом, да, район-то только-ток, все заселяются. Надо заниматься, да, районом, да. Надо. Может, будут какие-то пожелания нам? Ну, какие пожелания? Пожелания одни, что не сдаваться вперед и все. Какие пожелания? У нас надо только идти вперед. Мы стараемся. Да, да. Сам не сделаешь, никто не сделает. Поэтому это надо, что, как есть, так и есть.